Как и говорил, у меня 20-100 бачей, пацаны. Так, в этот раз мне черная падает. Найс. Найс, мы еще и такую красоту ловим. Всем здорово, мужики. Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на КСФЛ. У меня на балансе 100 бачей. Цель, как всегда, попробовать делать x1.5-x2 к балансу. То есть 200 бачей или 150. Будем использовать разные стратегии, которые я проверял в прошлых роликах. Это там на 3x, на 5x ставить. В краше есть тоже прикольная стратегия. Может, буду иногда просто опираться на интуицию. Короче, просто цель поднять балик, да и все, что, полетели. Но перед этим не забываем, что у меня 3 рандомных комментатора попадают в следующий ролик. Все, что нужно сделать, это поставить лайк под этот ролик, подписаться на канал, написать любой комментарий, и все, возможно, именно ты попадешь в следующий ролик. А также я сделал свой телеграм-бота, где вы можете просто за просмотр роликов лутать скинчики. То есть вы смотрите ролик, у вас формится баланс в телеграм-боте, и на этот баланс вы можете выводить себе скинчики. То есть, ну, система похожа со скинами за балл на Твиче. Я думаю, многие понимают, что это такое, потому что у меня много такой аудитории. И там то же самое, только с роликами. Мне кажется, на такое надо подписаться. В описании есть ссылочка на телеграм-бота. Все, теперь точно полетели. Как и говорил, у меня 20-100 бачей. Пацаны, если вы хотите также покатать на КСФЛ, вы можете ввести промокод NICLUT и получить плюс 30% к пополнению. Здесь написано плюс 25%, но еще 5% вы получаете за регистрацию. 25 плюс 5, легко посчитать, что 30. Ссылочка на КСФЛ, что есть в описании под роликом. Вот так плюс 30% на халяву можно залутать. Депнуть можно скиваться, картой, скинами, криптой, как вам нравится. То есть депнули скинчиком 1000 рублей, на сайте получили 1300. Вы со старта в очень хорошем плюсе. А также можете зайти в бонусы. Я в описании оставлю промокод на 25 центов. Вот сюда его вводить, 25 центов на халяву лутайте. На 25 центов уже можно что-нибудь купить на КСФЛ, например. Ну, вот какой-то шип, вот Алоха, Оксайд Блэйс. Ну, короче, много всяких вещей за 25 центов. Также можете добавить свой никфейл, через день получить плюс 10%. Еще боевые пропуски есть. Короче, халявы на сайте много, пацаны. Если постараться все собрать, X2 к депу спокойно можешь сделать. Все, полетели катать. Я предлагаю начать с дабла. Давайте вот так поставим сейчас, наверное, 15 баксов. Если падает красный, ставлю на черный. Если падает черный, ставлю на красный, то есть противоположное. Ставлю на черное, получается. Как раз два раза подряд было красное. Пора выдавать черное. КСФЛ, пожалуйста. Так, черное мне, ну, к сожалению, не выпадает. Ладно, давайте попробуем удвоить. Я, конечно, не люблю так рисковать со старта ролика, но три раза подряд было красное. Если мы сейчас все-таки выиграем 30 баксов на черном, то мы уходим в хороший плюс. Но надо попробовать. Так, в этот раз мне черное падает. Найс. Мы продаем. У нас на балансе 115 бачей. Неплохое начало. Давайте пойдемте в минера. Так, давайте попробуем поставить 5 баксов на 3 бомбах. И по моей стратегии один раз попробуем вот так вот сделать. Ну, мне страшно дальше идти, как будто уже надо продавать. Я продам, пацаны, потому что я сыкло, но по стратегии нужно еще вот доделать шах, ну, еще один раз. Все, все, точно продаю. Я бы, кстати, дошел. Я бы дошел. Ну ладно, нормально. 130 бачей, все равно хорошо. Давайте сейчас попробуем 10 баксов на кэф 1.2. Чисто 2 бакса вот так поднимем. Хорошо, если сделать x4 к ставке, то, по идее, мы камбэкнем то, что проиграли. Можно выиграть. Да, найс, мы выиграли. 130 бачей, нормально. Более-менее сойдет. Так, я еще выиграл уровень в батл пассе. О, я могу забрать... О, я столько халявы не забрал, ошалеть. Давай сейчас все заберем, все кейсики пооткрываем с батл пасса. Давай, юмса близу. Можно за 3 бакса, будет очень красиво и круто. Ну, за 22 цента какая-то хуета падает. Ладно. О, да, ну это до 3 бачей. Я жду, когда будут жесткие кейсы мне открыты. Вот это будет прям круто. 39 центов, падает что-то самое говно. А, вот, до 7 баксов. Давай, вот в том было говно. Это я скопил ману, чтобы вот сейчас реально прям выстрелить на вот это вот АВП за 6 долларов 31 цент. Пожалуйста. Ну, за 1 бакс, не так плохо. Шанс был 10%, уже меня это больше радует. Так, забираем еще 2 бакса. Я столько халявы не забрал на КСФЛ из боевого пропуска. Вот, да, сейчас все кейсики откроем с батл пасса. Но мне, конечно, на стриме, я помню, один раз упало что-то самое жесткое за 15 или 20 бачей с какого-то кейса, где было до 20 максимум. Иногда падает говно, ну тут как повезет. В принципе, проценты есть, то как бы понять, что плюс-минус падает, вы и сами можете. Неплохо. 1,5 доллара на халяву, очень приятно. Так, да. 14 бачей теперь открываем. Вот такой кейсик. Ну, за 2,5 доллара, кстати, тоже неплохо. 9%. Найс. И теперь до 17 бачей открываем кейс. Одну из самых жестких. Ну, за 3,98 падает. Ну, тоже неплохо. Мне такой среднячок падал, где 10 не самый дешевый, не самый плохой. В принципе, сойдет. На балансе уже 142 доллара. В принципе, мы еще 8 баксов поднимаем, и цель на ролик уже выполнена. Ну, а сейчас давайте пойдемте в краш. 10 баксов на кэф 1.5. А, еще, кстати, можно отыграть бонусный баланс. Я же вот все эти бонусы забрал. Это бонусный балик. Давайте сейчас отыграем тогда лучше. Поставим сразу 10 бачей на 1.5. Найс, мы выиграем один. А почему у меня не забралось? КФ 1 и... А, КФ 3 и 5 надо ловить на бонусном балике. Так я отыграл, получается, только 2 бакса. Давайте тогда сейчас еще раз попробуем отыграть. Может, я сразу 30 бачей поставить, а все равно... А, это будет не только бонусный балик, я дурак. Ну ладно, пожалуйста, можно 1.5, пожалуйста? И мы сразу отыграем весь бонусный балик, по идее. Так, так, забираем. Найс. А, не, 5,3 доллара отыграно. А, ну да, у нас и общий повышается, и бонусный. Найс, тогда вообще все прекрасно, мы уже 165 бачей подняли. Так, ну бонусный балик еще надо отыграть, то давайте еще пару ставочек таких рисковых сделаем. А, можно пойти в дабл, мне кажется, здесь будет полегче отыграть бонусный балик. А, получается баланс, ставочка 10 бачей. И тут все, что мы сверху выиграем, идет в бонусный балик. Получается, здесь намного легче отыграть, давайте вот на 2х поставим на красное. Но мы не выигрываем. Ну, конечно, бонус не отыгран. Ну ладно, общий балик у нас сейчас какой? В принципе, я не так много проиграл. Да, 150 бачей. А, давайте дефьюз. Попробуем вот так один раз поймать.
Найс, мы еще и такую красоту ловим. Не, ну сегодня кейсфейл меня прям радует. Сколько у нас в общем уже на балансе? Давайте попробуем то 200 баксов поднять. 176, пойдемте в минера по моей стратегии. 10 бачей. Неприятно. Найс, 32 забираем. Я бы, кстати, не дошел. Или дошел? Не, я, кстати, дошел бы, да, походу. Да, дошел бы, но я не такой рисковый. Так, 189 баксов у нас общий баланс. Давайте сейчас тогда 11 баксов поставим на дабл. На красное. И все, если мы выиграем, то 200 бачей баланс. Икс 2 телек балику. На этом можно точно заканчивать ролик. Но, к сожалению, не выдает. Ладно, давайте рискнем. Попробуем двое. 22 бакса. Главное, вот сейчас, ну, вот не, все не слить в последний момент. Пожалуйста, выдай красное дабл. Я тебя прошу. И все, найс, мы красное выбиваем. У нас на балансе сколько получается? 200 бачей. Сделали икс 2 к балику. Просто красота. Все, пацаны, на этом заканчиваем ролик. Не забываем про промокод NICLOOT, который дает плюс 30% к пополнению. Депать здесь можно со всего. Скиваться, карты, скинаем, крутой, чем угодно. То есть депайте скинчиком 1000 рублей. Кстати, получаете вот здесь уже 1300 также вещами. Также боевые пропуски есть, бонус на 25 центов в описании, ищите. Короче, халявы на сайте много, пацаны. Все, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем про моего телеграм-бота, который в описании под этим видео. Там как бы, ну, можно просто за просмотр видосов лутать скинчики. Ну и все, что, пацаны, всех люблю.